Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube канала, с вами Константин. Мы продолжаем проходить Tales of Zestiria. Игрушка, которая мне очень понравилась, надеюсь, вам тоже, потому что она по-своему уникальна. На самом деле, одна из самых клевых игр и серии аниме, ну, которую, в принципе, я встречал, особенно на ПК, как это ни странно. Итак, ну что, продолжаем. В прошлой серии мы с вами сражались с драконом. Если вы не видели прошлую серию, обязательно посмотрите, была очень здоровская. Вот, и мы уже почти положили полную благодать на Марлинд, но нас послали узнать, точнее сказать, расправиться с последним каким-то очень сильным Хелионом, который мешает это сделать. Спасибо за ваши советы, которые вы мне рассказывали. То есть я подобрал Нормина, который там был, то есть у Эдны я активировал навык поиск Нормина. Оказывается, что просто достаточно его найти, то есть такие маленькие пушистые существа, и он тебе накладывает на одно из твоих оружий, то есть какой-то бонус. Так, прежде чем начнем, давайте немножко разберемся с нашим снаряжением. Снаряжение. Я хочу снаряжение заменить у Алиши, потому что я давненько ей не менял копье. Вот. У меня тут есть вот какой-то, смотрите, вот здесь атака 41. Вообще, балдеть, вот идет. Просто 75 атака идет. 5 к эффективности защиты. И 60% восстановления здоровья после... вообще, обалденно. Вот это вот сделаем прям. Во, супер. О, янтарный платок плюс от длин. А что значит длин закрыт? Бонус. Но все равно лучше, чем ничего. Так, платье. Нет, ничего такого не пойдет. В принципе, здесь пока я больше менять ничего не буду. Остальное вроде бы все нормально. Хорошо, давайте сейчас опять вспомним с вами повысить управление. Тут получают нас опять паучки. На тебе. Ой, тут у нас не только пауки, слушай, тут у нас еще и всякие орел, крылатый, 10 уровень. Пауки 15 уровня, слабости огонь. Обалдеть. Так, хорошо. Огонь так огонь, превращение в Лайло. Давай сейчас. Всех забьем. С такими мы расправляемся быстро. Люблю, когда в игре есть тактическая пауза. Похоже, говорит, мы победили. Нормин всегда пригодится. Талант Нормин всегда пригодится. Ну, понятное дело, то есть, ну, это у Эдны я уже поставил его. Так, новый монолит. Опять очередное обучение. Что-то у нас новые очки действия. Стихи и эффект. Например, если вы сражаетесь с врагом уязвимым к огню, ваш шанс увеличить атаку прием возрастает вдвое. Угу. Слушай, вот эти очки действия прям очень будут полезны. Так, давайте на карту взглянем. Локация довольно обширная, нам как бы вообще нужно на юг повернуть, чтобы дальше продвинуться. Ну, хочется, наверное, ее более подробно осмотреть. Так. Во, нифига себе. Злобное растение. Я еще подумал, странный цветочек. Давайте посмотрим, что это такое. Плантус. Без нога, 18 уровень, слабости нету. Похоже, берет количеством. Плодоядное растение. Чего только не встретишь. Давайте просто так забьем. Не хочу превращаться. Нормально. Так, давайте немножко будем защищаться, потому что нам как бы тоже нужно набирать очки защиты и очки приемов наших. Красивый прием был. На автомате наши пока сражаются нормально. То есть, пока у меня не будет возникать проблемы, в принципе, я не буду трогать конкретно их управление. Красиво мы их забили. Так, ладно. Короче, надо запомнить, что эти растения, в принципе, надо бы оббегать. Так, там впереди, конечно, такая большая площадка. Я так полагаю, здесь по-любому будет с кем-нибудь сражение сейчас у нас. Просто хочется... Ну да, вон там эти цветы торчат уже. Бань у вас. Нужение сокровищ. Это аромат. Шалфей. Ага. Это только когда у нас стихия камня появится. А у меня такой вопрос. Я вот сейчас могу во время простого блуждания по миру использовать вот огонь. Вот я нажимаю наверх. Остальные стихии-то мне позже откроются? Или я где-то проморгал момент, чтобы их открыть? Мне вот это вот интересно. Кто в курсе, пожалуйста, ответьте. Потому что я немножко беспокоюсь. Я уже столько мест подходил, куда я не могу пока попасть. Потому что у меня нету либо стихии воды, вот стихии земли. Что немножко пугает.
Потому что, как вы сами помните, в игре у нас довольно очень непростая боевая система. Тут и птицы, и растения. Тихо. Сейчас все, подальше дойдем и вот эти с птицами сразимся. Так, тут у нас только птицы, у них слабость огонь. Замечательно. Лайла. I need your help. Вообще просто массовкой забил их только так. Уж это Эдна. Забавная она. Так, ну ладно, может что полезное найдем. Свисающие волосы слева. Не будете видеть, что творится слева, но красота требует жертв. А, то есть это у нас прибор... О, господи, прибор... Премьер... Все. Предмет красоты. У нас есть такая строка там, то есть мы можем менять. Там есть у меня такие крылышки смешные, демоны, еще что-то. Ну, пока я не особенно этим увлекаюсь, но посмотрим, если что-нибудь интересное будет, я потом обязательно надену. Ну, давайте, в принципе, покажу. Где-то здесь у нас-то было. Так, таланты, действия, стиль. Во. Вот так вот. Раз. Свисающие волосы. Не сказать, что я суперски смотрюсь. И крылья демона. Можно, в принципе, то и то одеть. А можно все убрать? Как убрать? А, вот, все убрали. Нет, так мне нравится почему-то больше. Волосы, что тут? Прическа. Прическа для шляпы. Костюм пастыря обычно денег. Пока тут я трогать, в принципе, ничего не буду, тут пока нормально. То есть, я так полагаю, это потом бонусом будем все это дело получать. Так, здесь мы так тоже не пройдем. То есть у нас, короче, еще один путь получается всего. Ладно, идем так. В принципе, карта меньше, чем казалось. Я думал, что она будет побольше даже. С пучками сражаться мы не будем лишний раз. Там какие-то руинки, но они, судя по всему, ничего интересного особо не представляют. Ой, блин, опять эти чертовы, блин, растения. Ладно, давайте сюда сразимся. А то они не дадут сундук взять. Нормально. У них никаких слабостей нету, поэтому, в принципе, превращение ничего особого не даст. Разве что у нас все равно будет повышенный урон там. Но зато так мы полным составом сражаемся, тоже неплохо. Так, тихо. Господи, Лайла, ты что творишь? Ты меня ж пугаешь. Почти забили. Осталось последнее. Все, сейчас мы толпой его просто забьем. Господи, Лайла, ты прям... Просто ждешь. Блин, опять пауки, да что ж такое, блин. Уйди от меня. Уйди. Эликсир. Неужели это эликсир? Всеисцеляющее средство, созданное Мотелиусом? Ой, какая очаровательная бабочка. Похоже, у нас опять приступ чушенесения. Насчет эликсира, думаешь, он настоящий? Согласно небесному писанию, способ создания эликсира утерян много столетий назад. Смотрите, мурашка-букашка ползет, как черепашка. Полагаю, мы не узнаем наверняка, пока не попробуем. Думаешь, это безопасно? Всего каплю. О, ощущение, будто помолодел. Он настоящий. Прекрасно. Жаль, что такое нельзя купить в лавке. Это будет сложно, ведь оставшийся среди людей эликсир хранится у церкви. Церкви, да? Твои тараканы разбежались, я так понимаю. Тихо, паук от меня. Мне с вами сражение, блин, не напасешься. Я, конечно, понимаю, что идет своего рода прокачка тоже, но, блин, с каждым встречным поперечным паучком сражаться тоже, блин, времени уйдет, просто космос. Так, налево пойдем, дальше пройдем. Направо пойдем. Может, что-нибудь найдем. Там, по идее, заведомо тупик. О, а вот не тупик, смотрите, тут сундук какой-то. Бамбуковая бумага. Листы бумаги с бамбуковыми волокнами, легкие, но крепкие. Листы. Это у нас для Лайлы. Применение идет. Паучок, вот что ж ты не имется-то? О? Нормин,
Есть снаряжение с открытыми навыками. Могу с ними поработать как следует. Мы нашли Норминда. Плюс 4 концентрации. Можно к своему мечу прибавить. Мне там копье хорошее я дал. Алиш, давайте его, что ли? Да. Все, так, тут больше ничего? Нет, ничего. Главное не упускать теперь этих норминов, потому что их иной раз не так просто увидеть. Ну, стоит себе маленькая пушистая где-то там в кустах. Так, ладно, пошли. Что же это за сильный хелион, который... Так, о, у нас появилась метка. Идем куда надо, опять лабиринтами. Без разницы, в принципе, как идти. Давайте здесь пойдем. Так, там вон сундук вижу. Сундук. Яблочное желе. Текущее 10 штук. Замечательно. Ох, я помню, в одной из битв его с драконом помсил много. Так, рейтинг. Набрал достаточно рейтинга, поднимите уровень благодати в местности, защищенной хранителем. Угу, доступны новые, становятся новые дары доступны. Ой, кстати, благодать еще, пойди разберись, а. Вот тоже вот лишний... Ой, блин, опять эти растения там сзади появились. Уйдите от меня, уйди, 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 уйди. Ты страшный и кошмарный, и ты мне не нужен. Так, паучки, паучки. Там что-нибудь есть? Блин, 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 нет. Драться будем на крайний случай, не хочу так с каждым сражаться стоять. Тут что-то написано, слабости и сопротивление. Это мы уже видели. Мне нужны очки действия, так что этим налить надо все собирать. Колючий жилет. Колючий жилет, доспех, покрытыми шипами, который дополнительно увеличивает силу атаки. Перед сном рекомендуется снимать. Можно надеть как Миклио, так и Сорей. Уйди, 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 уйдите, у вас такая толпа. Страшная, ненужная толпа. Так, у нас слева там какой-то закуток. Я уверен, там что-нибудь хранится. Или какая-нибудь ловушка, или еще что-нибудь. Ага, ну да, без силы камня мы туда и не пройдем. Ну ладно, пошли здесь. Так. Ой, там что такое? А, это сохранение, боже мой, меня пугает. Я уже думал, мне каждый раз чуть сейчас какая-нибудь хык вывалится и съест меня. А, сохранить? Да, давайте сохранимся. Так, замечательно. Никакого диалога не было, а то многие говорят, типа, сохранить потечь, диалоги вы будешь пропускать. Ребят, ну, здесь нет диалога, уж извините. Так, здесь сокращение нам не открыть. Ну, по-любому, вот будь у меня здесь сила управления камнем, я бы здесь бы, ну, сокращение подкрывал бы, или проник бы куда-нибудь, куда не мог раньше. Сейчас кто-нибудь появится. Готовы? Да. Воу. Это и есть тот самый сильный хелион? Кабачок. Тихо, тихо, тихо. Подожди, подожди. Это плантус 18 уровня. Сильное звено. Что значит сильное звено? То есть его нужно перебить первую очередь. Особая уязвимость к физическому урону. Сопротивление к огню и к воде. Сильное звено. Сильное звено. Блин, слушай, тут будет нелегко. Смотри, какая толпа. Это еще 19 уровня чучело. Так, сначала, думаю, надо избавиться от мелочи. Так, я предлагаю взять, наверное, силу Эдны в данный момент. Так, хорошо. Потому что у Эдны физический урон, и мне вот как раз-то он сейчас и нужен. Так, давай вот сюда отправимся. Да уйдите, уйдите сюда. Блин, ну убегают они вечно. Иди сюда. Иди сюда. Да что ж ты со мной? Ты... Блин, Алиша. Они за тобой носятся, я за ними. Ну что за чехарда, ей-богу. Так, ладно, вот, наконец-то меня кто-то бьет. Не, ну ей-богу, ну вы издеваетесь, а. Все, я буду этот кабачок бить, ребят. Так, стоп, 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 стоп. Я только сейчас, извиняюсь, увидел. У меня тут, оказывается, уже Алишу давно сбили. Я против такой толпы прям не был готов сражаться. Так. Эликсир мы использовать не будем. Яблочное желе. Так, ты кабачок дрянной.
Так, ну наконец-то вот, а теперь они решили на меня кинуться, когда я отвлекся. Блин, ну у нас Алиш... Лайла пока в нокауте. Теперь пошли Алишу бить. Так, я в защите немножко постою, что-то у меня вообще. Во. Так, стоп. Предметы. Яблочную желешку на себя. Не-не, давай. Блин, у меня уже в нокауте находится Миклио. Это не круто. Ну, пока, в принципе, ничего. Мне осталось только одно растение убить. Нет, не одно, слушай. Давай, Эдна, сражайся отдельно. Потому что нас становится слишком мало. Так, тихо. Смотри, у Эдны уже жизни нету. А, фонареть. Так, ты. Яблочное желе тебе. Яблочное желе. Так, Лайла появилась. О, слушай, точно, у меня же сработал мой предмет. Ой, не предмет, боже мой, как его? Наше блюдо сработало, которое ты выводишь из нокаута. Слушай, прям урон, конечно, сдувает только путь. Тихо, тихо. Я так сейчас могу тоже огрести. Яблочную желешку. Так, тихо. Блин, слушай, мы так проиграем сейчас. Яблочное желе. Тихо, уйди. Так, появился Миклио? На том спасибо. Так, давайте что ли в какой-то веке применим флакон жизни. Флакон жизни. Алиша, давай появись. Нормально. О, победили. О. Хорошо, получена аномальная сфера. Зачем это нужно, я не знаю. Сильное звено. Часть врагов в группе обычно имеет низкий ранг, но расслабляться не следует. Некоторые враги образуют друг с другом сильные звенья, что делает их гораздо сильнее и дает им полную неуязвимость к негативным эффектам. Такие враги подсвечены красным. Победив одну из частей, вы разорвете эту опасную связь. Вот, теперь наконец-то мне сказали, зачем это нужно. Почему это обучение нельзя было сказать перед боем? Ладно, все. Это был, конечно, бред. В смысле, наша схватка, но мы справились. По крайней мере, я надеюсь. Теперь благодать вернется в... Нет, не вернется. Сори. Алиша. Получай. Алиша и Миклио огрела. И это нехорошо. Ты его не видел, да? Значит, союз с оруженосцем все же влияет на себя, на тебя. Нет, я просто отвлекся. Алиша и Миклио чуть не погибли из-за тебя. Я не погиб. Сорей скрывал все ради Алиши. Это я понимаю, но даже так. Он на пределе. Я знаю. Сорей. Алиша, слава бы небесам. Не беспокойся обо мне. Похоже, мы смогли расширить ауру Рохана. Что ж, здесь мы разобрались. Пора возвращаться. Да, я хочу посмотреть, как справляется Лукас, пока нас нет. Вот. Спасибо. То есть, таким образом, они сказали, что...
Поддержание здоровья. У нас понятно. Пускай это у нас пассивная способность Лайлы. То есть, таким образом, они говорят о том, что Сарей еще не в совершенном виде видит этих хелионов. Ну, понятное дело. Ну, что они от него хотят? Он 5 минут как пастырь, а уже требует от него просто обалдеть. Так, давайте сохранимся. Хоть и гриво, но мы все-таки с ним справились. Это хорошо. Кстати сказать, я думаю, только сейчас дошло. Может быть, вот эти вот способности в вольном мире зависят от того, какой серафим сейчас у меня активный. То есть, может быть, если я здесь буду переключать на других, ну, допустим, на Эдну, делать ее активным персонажем. Так, предметы, приемы, снаряжение. Как-то я делал персонажа активным, я, честно, не забыл. А, то есть, ну, допустим, вот так мы... Нет, так ничего не изменит, то есть... А, вот приучительный боевой персонаж, может быть, вот так? Нет, это мне никак не повлияло. А, ладно, я переключаю обратно на Сурея. Я не думаю, что здесь есть большой смысл... Так, нам вроде бы как сюда. Да, большой смысл выбирать другого персонажа, то есть мы, в принципе, за Сарей вполне себе неплохо справляемся, остальным только надо раздавать путь команды. Тут уже птица какая-то. А может, она тут и была? А, и растения еще. Там вроде никого. Так, ну что, сейчас потихоньку возвращаемся назад. Ну как потихоньку, прямо на правом сейчас пробежим. Наша задача, наверное, удостовериться, что там все в порядке. Так, как тут пройти? Склон горы. Ага, только здесь мне... Я там так просто не пройду. Я вспомнил. Там камни загораживают территорию. Я так полагаю, на эту локацию я больше не вернусь. То есть, значит, по-любому мне вот эта способность уже каким-то образом быть должна. Ну да, ладно. Пока вроде справляемся без нее, но... Может быть, нужно было где-то дотошно лазить, что-то сделать еще. Здесь же столько всего, что я на самом деле мог легко упустить. Так, я вроде правильно бегу, да? Да вроде да. Пауки, пауки, пауки. Уйди от меня. Птички. Склон горы Фалкин. Так, ну вот мы снова вышли сюда. Итак, отстраните Лукаса от охраны города. А, понятно. Ну пошли отстраним. В принципе, еще потом по этой карте было бы неплохо побродить. Хотя здесь, в принципе, еще только одно место есть, куда сходить. Не знаю, оно будет нам по сюжету доступно или нет. Ну, наверное, будет, куда он денется-то. Верно? Так, давайте на всякий случай сохранимся. Диалогов нету пока больше новых. Яблочное желе. Молодцы. Изготовила у нас Алиша. У нее пассивный навык такой, кто не помнит. Так, ну... А ты смотри, в городе посветлело. Тьма больше здесь не летает в воздухе, по которой я раньше видел, это верно? Так, что у нас там еще? А, у нас закончился наш бонус от еды. Прям оживился, смотри, как городок прям такая. Привет, пастырь. Как видишь, у нас тут все в полном порядке. Спасибо. И я вас не сомневался. Как все прошло? Мы справились. Рад слышать. Похоже, нам пора собирать вещи и отчаливать. Стражи потихоньку возвращаются на свои посты, а у нас есть новая работа. Может быть, нам стоит передохнуть в трактире? Ага. Замечательно, у нас там... О, слушайте, пойдемте поговорим еще раз с этим... О, здесь эти ребята остановились, торговцы. Так, уже интересных у них мест. Про это место говорили? Три типа боевых приемов. Нет, здесь мы уже все находили. Так.
Лайла, дорогуша, пастыря ты себе нашла просто заглядение. Молодчина. Ой, спасибо. Вы двое давно знаете друг друга, да? Было время, когда я путешествовал вместе с Серафимами Норминами. Мы нашу Лайлу холили и лелеяли. В какой-то момент мы все попросили ее заключить с нами союз подчинения. Все 49. Ты не согласилась? Нет. Она сказала нам, давайте останемся просто друзьями. Какая жестокая женщина. Ну, 49 это уже перебор. Такое потрясение чуть нас не убило. Мы рассеялись по всей земле, чтобы предаваться меланхолии наедине. Что? Я уверена, что это было не обязательно? Ах, ты же злобная садистка. Не сказала бы, что я злобная. Все нормально, мы, Нормины, привыкли к ударам судьбы. Мы бережно храним это воспоминание, горькое и сладкое одновременно, о днях нашей беззаботной юности. Вся эта ностальгия наводит на меня скуку. У Норминов действительно есть полезные способности. Если найдем других, давайте их поймаем. Было бы грустно, если бы они превратились в хелионов. Я не прочь снова повидать старых приятелей. Обещаю, мы подсобим вам, ребята. Замечательно. О, тут уже кто-то отдыхает, он бабуль какая-то сидит. Так, давайте сменим хранителя, что ли, посмотрим, что у него тут есть. Выбрать дары. Вы можете активировать дары, находясь в владениях хранителя, если у вас есть максимальный, превышена максимальная стоимость даров. Ага. Отдых для путешествий в области, где был зарегистрирован дар, появляется возможность путешествовать между открытыми точками сохранения за монеты. Да тут и так ходить-то никуда. Выбрать Нормина. А, вот. Наши Нормины. Плюс 4 к защите, плюс еще. Атака, это атака. Защита, это защита. Дух, или дух. Вот почему его зовут Атак. Потому что он к атаке дает. Все. Я разобрался. А если мы... А, ну понял. Уровень врагов. Ну нет, пока мы не будем здесь ничего. Предложить предметы. Рейтинг. Какие предметы можем предложить? Обойдется. Ладно, пойдем. Что там дальше? Отдохните в трактире. Что-то Лайла постоянно нас так просит отдохнуть. Она все время беззаботится, наверное, о Сарее, что боится, что начнет перенапрягаться, как это было недавно. Так, идем в трактир. Трактир у нас где-то здесь. Так, ничего нового, нет разговоров. Ну реально городок, смотри, как оживился. Все говорили, чумной город, не справишься. Да справимся во всем. Что же вы переживаете-то? Так, есть о чем поболтать? Лесной люд. Значит, это был Лукас из лесного люда, да? Интересные ребята. Похоже, я так мало знаю об отношениях между людьми. В его поступках есть смысл для тех, кто готов принять его условия. Те, кто предан своему делу, обладают чистым сердцем. Это правда. Я совсем не почувствовал в них зла. То есть зло не происходит от того, что кто-то поступает неправильно? Даже злодей может иметь чистое сердце, именно потому что полностью предан своему делу. Да уж. Зло не такая простая и однозначная вещь. Что ж, если бы ты об этом задумался, ты на правильном пути. Я тоже так считаю, Сары. Но не забывай, что чистоту и наивность разделяет очень тонкая грань. С этим не поспоришь. А-а-а, у меня уже мозги пухнут. Так, понятно. Ну что, отдыхаем и сейчас что-нибудь скушаем. Денег у нас хватает. Стреляет пора. Вот, снимает нокаут и восстанавливает 20% здоровья. В принципе, мне прям бои под воздействием 8 устроит. Да, конечно, дорого, но бонус очень хорош. По крайней мере, смотрите, он мне сейчас, в принципе, спас меня этот бонус. Потому что я прям, честно, какой-то момент растерялся. Да, давайте сегодня устроим перерыв. А завтра мы покинем Марленд? Да, так и задумано. Почему? Что? Почему? М?
Третий раз еще спроси, ей-богу, почему. Тот самый Серафим. Серафим? Так ты и правда с ней? Почему ты не хочешь остаться в Марлинде? В чем твоя проблема? Тихо, сопляк. Я говорю с пастырем. Почему ты отказываешься от славы, которую честно заслужил, спасая город? Зачем сейчас уходить? Потому что ему слава не нужна. Мы сделали здесь все, что могли. И еще не нужно многому научиться в других местах. Вот и все. Какой странный. И ты тоже. Они за нами следят, что ли, постоянно? Кто они? Я не знаю. Но это значит, что есть и другие люди, которые живут и общаются с Серафимами. Хоть они и убийцы. Да черт с ними. Там, куда мы идем, у нас есть дела поважнее. Ты об этом подумал? Да. Империя Роланс. Отлично. В конце концов, руины и хелионы не знают границ. Это верно. Алиша не сказала. Вот у нее, вот она сейчас хотела что-то возмутиться, но не сказала. Редиска. Так, что там дальше? Поговорите с Роханом, прежде чем отправиться в путь. Хорошо. Так, сохраняться будем. Давайте. О, кстати, у нас там новый этот есть. Лекция Лайла Эдны о навыках, бонусные навыки. Давайте послушаем. Замечательная нынче погодка. Кстати, пора продолжить лекцию о навыках. Как скажешь. Сегодня мы поговорим о бонусных навыках. Ты в восторге? Да, конечно. Конечно, все навыки можно использовать произвольно. Но если правильно выстроить базовые навыки, ты получишь доступ к... Сейчас бонусным навыкам. Ладно, оставим в восторге. Использовать бонусные навыки очень просто. Есть всего три правила. Существует понятие «набор». Это когда один и тот же навык выбирается несколько раз. Если это сделать, ты получишь дополнительное усиление. Эффективность усиления зависит от того, сколько одинаковых навыков было выбрано. Но в итоге, то есть, когда ты выбираешь 4 одинаковых навыка, второй и третий не получают бонуса за набор? Далее, если ты выберешь все 5 навыков одной группы, образуется связка в группе. Для этого тебе нужно выбрать все 5 навыков из одного столбца. Бонусный навык дополнительно усилит действие этих навыков. Наконец, существуют связки по стихиям. Чтобы их образовать, нужно установить навыки на одной стихии рядом друг с другом, но... Ой, время вышло, увидимся на следующей неделе. Обалдеть. Я реально тоже башка периодически пухнет от полученной информации, которую перевариваешь. Только потом. Сори, идем попрощаемся с Роханом и остальными. Да, хорошая идея. Где он находится, Рохан-то? А, вон он там. Ну, как бы, похоже, Алиша не хочет отсюда уходить. Так, тут ничего нету. А что здесь делать? Ну, мы спасли же уже город, зачем ей нужно? Может быть, она просто не хочет возвращаться туда? Ну, понятное дело, там убить хотят. Леди Лайла, вы вернулись. Ваши друзья навели здесь порядок. Понемногу люди снова начинают почитать великое дерево. Можете не сомневаться, я тоже выполню свой долг. Это хорошо. Значит, мы можем спокойно идти. Что? Ой, нет, вы все убегаете от нас. Береги себя, атак.
Я остаюсь. А? Ну, в конце концов, нужно, чтобы кто-то поклонялся Рохану. Алиша, ты же не хочешь сказать? И мне нужно доложить в Озерный Град об обстоятельствах, как тебе обстоят дела в Марленде. Мы разногласия с советом только улеглись, и если все будет вместе со мной, то снова начнутся проблемы из-за меня. Я бы хотела продолжить наше путешествие, но я... Ну? Сорей, скажи. Большое спасибо, Алиша. Вообще-то, я думал, мне это ей скажет. И тебе спасибо за все, Сорей. Может, вас наедине оставить? Вы же не последний раз-то видитесь. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы в Хайланде не осталось зла. Я буду следовать за своей мечтой. Ой, Алиша, я только дал тебе хорошее копье, только тебе бонус какие-то сделал. Ты мне кинула. Удачного пути. А ну вернитесь немедленно, слышали? Ну вот, Алиша нас кинула. Получена милая девушка другой цвет. Это что сейчас было? Что значит получена милая девушка другой цвет? Вы о чем вообще? Что это такое было? Ну, новинка боевые действия, я понял. То есть, ну это не здесь. Парный удар какой-то. Обычное состояние после компо, нажмите, удерживайте РТ, чтобы что-то там получить. Восстановитель. Во время слияния, получая смертельный урон, вы один раз можете автоматически выполнить. Да. А, 25 очков требуется, обалдеть. Ладно, ладно, все это будет потом. Хорошо, так. Ты что-то подсветишь, чтобы поговорить надо? Я слышал, что эти сверкающие камешки повсюду на руинах Борс. Только вот не знаю, имеют ли они какую-то ценность. Трудно сказать, стоит ли вообще отправляться в такую дальние их поиски. Красивый блестящий камень. Мне стало любопытно, это может быть какой-нибудь артефакт? Так, отправляйтесь в Империю Роландс. Ну, замечательно, сейчас отправимся. Так, на карте это мне куда? Прям на выход с города шуровать? Ну да. Блин. Обидно. А лишь на самом деле мне так помогало танковать. То есть, потому что Серафимов-то сдувает в бою только в путь. Кто там? О, у меня послание. Оно срочное. Эй, полегче. Империя. Империя Роландс нападает. Что? Значит, война началась. Прошу, предупредите жителей Марленда. Мне надо попасть в столицу. Ты ранен? Это слишком опасно? Нельзя терять время. Ладно, тебе все равно никто не слышит, кроме Сарай. Скажи ты уже, что нужно, да и все. Будь осторожен. Не наделай дел. Он его подлечил. Благодарю. Лучше нам поскорее всем все рассказать. Так, война приближается. А я-то только думал, что все. Слушайте меня, дворняги. Игры кончились. Покажем этим невежам из столицы, кто мы такие. Я тоже пойду. Да. Я бы не смог спокойно спать, если бы мы отпустили этих ребят на бойню. Ты не должен. Если пастырь появится на поле боя, сторона, которой он поможет, обязательно одержит победу. И что, нам просто сидеть и смотреть? Ага. Пускай людишки сами разбираются со своими проблемами. Но я знаю, что силой пастыря могу спасти много жизней. Ты можешь спасти людей из Хайланда, это так. Однако,
Людям из Роланса не повезет, ведь они по другую сторону. Верно. Такова сущность войны. Она не знает ни правосудия, ни наказания. Сила пастыря сама по себе уже меняет мир. Если ты вступишь в войну, никто не знает, как сильно ты исказишь события. Хорошо. Я хочу, чтобы Лукас и его люди укрылись вместе с остальными горожанами, ладно? Да. Да, давай только поговорим с Лукасом. Кажется, они собираются уходить как можно быстрее. Да. И как он сейчас это воспримет? То есть мы подойдем, скажем, Лукас, знаешь что? Тебе там накатают, откукурузят всю твою команду. Так что, ну, конечно, он сейчас мне... Пошлет он меня, ей-богу. Лукас, я хочу, чтобы ты и твои люди нашли убежище в городе. Черт, а с два. В боях мы зарабатываем на хлеб. И потом, разве мы не могли восстановить этот город? Не помогли восстановить его? Разве ты не хочешь, чтобы солдаты Роланса разнесли его в пух и прах? Я просто волнуюсь за всех вас. Пожалуйста. Хорошо. Мы отступим за реку Грифлет. Какой позор. Придется бросить этот город как раз в тот момент, когда он начал подниматься на ноги. Мы оба знаем, что на самом деле имеет значение. Да уж, куда мне тягаться с таким пастухом? Планы меняются, дворняги. Мы сопровождаем горожан в безопасное место к северу от реки Грифлет. Живо готовьтесь. Благодарю, Лукас. Лучше тебе подготовиться самому. Мост все еще не восстановлен. Нам придется пойти вперед и разбить лагерь на берегу реки. Да, ты прав. Поговорите с Лукасом, когда закончите подготовку эвакуации. Так, здесь у нас что-то есть. Сарей, не забудьте о ключе от библиотеки. Ах да, мне нужно вернуть его Нифу. Ниф! О, Сарей. Возвращай тебе вот это. Агата передала. Ключ от библиотеки. Спасибо, простите за беспокойство. Когда я вырасту, я буду как Мальтрана. Я стану второй синей валькирией. Мальчики не могут быть валькириями, дурачок. Если Мальтрана и станет, то учить это буду я. Не будет она тебя учить. У тебя даже одежда не синяя. Будет синяя. Как только я упрошу маму купить мне ее. Кое-кто здесь популярен. Это потому, что госпожа Мальтрана родом из Мальтрана. О, господи. Она стала первой в линии наследования только после того, как все прочие наследники умерли. Чувство ответственности у нее было непревзойденное, но она была достаточно хрупкой девочкой. Ей пришлось очень усердно тренироваться. А теперь она синяя валькирия. Значит, они абсолютно разные. Что? Ничего. Вы просто прояснили кое-что для меня. Не вполне понимаю, но рад, что смог помочь пастырю. Я еще кое-что, что я хотел спросить. Вы не слышали о радужных сферах? О радужных сферах? У нас есть одна. Я поместил ее в святилище, как подношение за восстановление города. А мы не можем ее позаимствовать для нашего расследования? Мне бы и в голову не пришло отказать пастырю в просьбе. Можете пользоваться сколько пожелаете. Спасибо. Так, хорошо. В святилище. Святилище Марлинда, пошли туда. Эти сферы, насколько я помню, они позволяют видеть будущее. Ну как позволяют? Вообще должны позволять пастырю видеть ее. Но, как сказать, Сарей, ты у нас не совсем обычный пастырь. О, Нормин, иди сюда. Есть снаряжение с навыками, давай, что делаешь?
Супротив. К защите от приемов. Ну, давайте пока кальцитовый меч. То есть, в принципе... То есть они каждый раз дают разные какие-то навыки или все-таки будут потом повторяться, интересно. Хм. Ладно, давайте в святилище зайдем сейчас. Супротив теперь служит хранитель. А, то есть можно это у хранителя потом будет поправлять. Вон она, радужная сферка. Получена зеленая радужная сфера. Айнс. Могучая армия Роланса готовится идти на войну. Солдаты приветствуют своего генерала. Это генерал. Кажется, нам придется к ним потом наведаться. Ну, по-любому. Как ты думаешь, что это значит, Миклио? Король торжественно передавал меч. Видимо, какая-то церемония. Думаю, тот, кто принял меч, генерал. Судя по форме, генерал империи Роланс. Правда, сложно сказать, как давно это было. Кто бы он ни был, на вид он настоящий герой. Но что это значит? Что уникального в этом событии? Наверное, если мы сможем увидеть побольше, то поймем, чем эта сцена так важна. Думаешь, это не единственный осколок? Не знаю, но стоит поискать еще. Вы только подумайте, осколки истории, даже не верится. Хорошо. Так, хорошо, давайте, наверное, на сегодня закончим, потому что у нас, в принципе, и так сегодня серия вполне себе получилась. Вот, даже сказать, серия была довольно веселая, вот, и мы с вами довольно неплохо продвинулись по сюжету, у нас грядет война, я чувствую, следующая серия будет прям бомбовская. Ну что, спасибо всем, кто меня смотрит, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, давайте, всем спасибо, всем пока.